День добрых дел. Артем родился с богатырским весом 4 килограмма и поначалу ничем не отличался от сверстников. Мама говорит, что он был очень тихим и спокойным малышом. В 3 месяца начал держать головку, в 4 стал переворачиваться. Приближалось время, когда мальчик начнет сидеть. Однако этого не происходило. Мама сажает его, а он заваливается на бок и не пытается подняться. Артема начали обследовать. Все процедуры, в том числе УЗИ головного мозга, показали, что ребенок здоров. Врачи тогда сказали: «Просто подождите». Однако и в год мальчик самостоятельно сидеть не мог. Ходил только с помощью мамы. «Ничего страшного», – повторяли в поликлинике по месту жительства. Но шли месяцы, а прогресса не было. Только в 2 года Артему впервые сделали компьютерную томографию. Тогда все и выяснилось. У малыша детский церебральный паралич. Вскоре диагнозы посыпались один за другим. Задержка психического развития, речевого, моторного. Артем не говорил и не понимал, что говорили ему. Мама привела Артема в центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра». Мальчику здесь очень понравилось. Он научился ходить, держась за руку помощника, научился есть вилкой, ложкой еще приходится помогать, освоил шведскую стенку. Но самое главное, Артем понимает речь. Скажешь ему что-либо, он подумает и сделает. Одновременно появились первые слова «мама», «дай», «дядя» и другие. Но без нашей помощи Артему и другим ребятам, которые приходят на занятия в центр, не справиться. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.